Сегодня предлагаю приготовить грибной суп по-польски, который станет отличным вариантом вкусного обеда и разнообразит ваш повседневный рацион. Берите на заметку рецепт. Для приготовления грибного супа по-польски понадобится минимум простых и доступных ингредиентов, которые без всякого труда можно найти в любом ближайшем магазине. Такой суп получается невероятно легкий и ароматный. Если хотите порадовать своих близких вкусным обедом, то этот рецепт станет идеальным вариантом. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Сушеные грибы залейте кипятком и оставьте на 1 час. Морковь натрите на средней терке, лук очистите от шелухи и мелко нарежьте. В хорошо разогретую сковороду выложите овощи и обжарьте их до золотистого цвета. К овощам добавьте сметану и жарьте еще 2-3 минуты. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Грибы нарежьте небольшими кусочками. В кастрюлю вылейте воду, в которой были замочены грибы, и добавьте чистой воды. Доведите воду до кипения и выложите в нее грибы и нарезанный картофель. Варите 10-12 минут на среднем огне. Добавьте жареные овощи, посолите и варите еще 4-5 минут. Грибной суп по-польски готов. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Вот что нам понадобится. Сушеные грибы 200 грамм, картофель 3 штуки, морковь 1 штука, лук репчатый 1 штука, сметана 100 грамм, соль 0,5 чайных ложки, растительное масло 2 столовые ложки, количество порций 3. Щелчок, клик, нажатие на лайк – это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. До встречи!